Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Тест на любовь», где первая карта скажет «Ваша цель в любви». И у нас выпадает карта «Вы хотите, чтобы осуществились все ваши желания, вы хотите примирения, вы хотите как бы обновления отношений, чтобы или вы переехали к партнеру жить, или он к вам». С чем это связано? Это связано с каким-то флиртом, то есть вы готовы флиртовать, строить глазки, да, открывать свою инскую сторону, и при этом вы готовы спорить за свое право в отношениях, то есть такая пара двух спорщиков с неиссякаемым источником энергии в паре. Следующая карта говорит, что вы отдаете. Отдаете вы в принципе, все отдаете сейчас работе, вам нравится ваша работа, вы выбрали конкретное направление, и вы туда вкладываете максимум энергии. Чего вам не хватает? Изобилия, чтобы все было, как вы хотите, чтобы у вас там была и крачёвная, и красная, и заморская баклажанная. Так, что вы не хотите видеть в партнере? Не хотите видеть его истерик, что он не умеет решать проблемы, не хотите видеть его такого состояния, когда почва у него уходит из-под ног, то есть слабости его не хотите видеть. Это связано с встречей, к которой вы готовитесь, и с тем, что вы хотите с ним построить семью. Так, что вы ждете от своего партнера? Ну, пока у вас очень много иллюзий, тут прям масса всего, что вы ждете. Так, как складывается ваша любовная жизнь в настоящем? Вы пока отдаетесь любви к деньгам и материальным благам. Так, что необходимо сделать для успеха в любви, в поиске партнера? На что в себе обратить особое внимание? Отгораживайтесь от мужчин, да, это для вас головная боль. У вас уже есть партнер, с которым нужно отношения достроить. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.